Самого доброго утра! Не обращайте внимания, что у меня на голове. Вчера просто легла спать с мокрой головой, потому что приехала уставшая вся. Поэтому сегодня завтрак у меня помидоры с моцареллой. Ну, капреза, короче. Пойду кушать, потому что я уже немножко выбилась из этого своего графика. А я вот, как вы видите, окончательно готова снимать видео. Беру штатив, ставлю и начинаю. Ну все, я наконец-таки закончила снимать видео. Такой срач теперь. Мне очень классно. Но я уже тороплюсь на фитнес, поэтому сейчас быстренько соберусь, закажу такси и помчу заниматься спортом. Что-то слишком сильно светит. Ладно, буду так стоять. Сейчас поняла одну вещь, что хочу, дико хочу просто плавать. Поэтому собираю с собой купальник, блин. Скоро на отдых, если быть точнее, то через 5 дней. А я уже иду домой. Я люблю, когда день начинается так. Мне так удобнее, когда он начинается в 5 утра. Порой закончился он у меня в 2 ночи. Поэтому у меня на эту неделю, наверное, цель наладить свой режим. Потому что ложиться в 2, вставать в 5, это не классно. Такая жара. Покатались мы, значит, на велосипедах, зашли в розарий в Сокольниках. Так солнце хорошо светит, так красиво, прям такой свет желтый-желтый, прям. Посмотрите на это. Это очень красиво, это напоминает безумно Петергоф, реально очень прям похоже. Мне почему-то кажется, там вот фонтан, джунгли. Мы, кстати, еще покушали, я ела салат с креветками. А вот она ела карпаччо, или гаспаччо, карпаччо. Я путаю. Вот эти вот цветы сажала моя бабушка. Вот эти. Лилии. Наконец-таки я добралась до дома и уже скоро пойду спать, потому что я устала очень сильно. Сегодня среда. Я встала в 6 утра, сходила в фитнес, сейчас вот помылась. Видите, у меня мокрая голова. В общем, мой завтрак готов. Это, я где-то, короче, 65 грамм хлеба. Это цельнозерновой хлеб. А потом сыр альметте, помидорка, везде по одной дольке. И, короче, немного лосося слабо соленого. Так, ребятки, сила монтирует видосик, стоп-кадр. Просто супер. Сейчас обращение к девушкам, которые рисуют стрелки. Вы серьезно, как вы это делаете? Как? Я вообще не понимаю, это же вообще... Нет, чтобы вы понимали, я реально старалась, но не выходит. Ну что ж, ребят, я собралась. Жду, когда приедет мама. Меня смущает все. Тут посижу. Пришли, значит, за купальником. Ничего не выбрали, пришли в раздевалку. Водят меня по каким-то непонятным магазинам, значит, хожу вот. Сегодня только у мамы шопинг. Муд. Все довольна? Отлично. Продолжается поиск купальника. Время ложиться спать. Не, ну супер. Мы сейчас вернулись уже домой. Я сижу, кушаю. У меня на ужин сегодня греческий салат. А потом мы пойдем в кино. У меня осталось 5 минут. Чтобы меня подать на сеанс. Да, посмотри, для нас 8 подруг Оушена сейчас будет такой фильм. Ну, а это мой обед, собственно. Это рыба на пару, а это фасоль, соответственно. Создала себе в Инстаграме актуальное. Как мне кажется, получилось очень красиво. И мне просто очень нравится. Да, кстати, мой Инстаграм. Можете подписаться на меня.
Но сейчас пришло время мыться. Солнце светит, пробки, едем уже час на работу, да. Буду это... Я худею, меня соблазняют всякими роллами. Так вкусно. Я очень вкусно поела. Начну этот день влогом со слова «пипец», пожалуй. Короче, я с утра сходила поплавала, а теперь я уже сделала еще несколько дел, и сейчас выезжаю в книжный, потому что скоро улетать на отдых, и что я буду делать на отдыхе, если не читать. Так что я сейчас еду в книжный на Арбат, и потом мне нужно будет еще заехать в магазин, купить купальник, потому что мама говорит, что у меня нет купальников, хотя меня вообще это все не парит как-то сильно, вообще никак. Прохожу школу. Счастье, что мне туда еще 2 месяца не надо ходить. Drink water, be happy. Ну, это успех, ребят, мне кажется. Я уже пришла домой, как вы видите. Я сейчас накрасилась по-другому немножко. Расскажу вам, какая я молодец. В общем, я ехала в книжный, купила книжки. Вам их тоже сейчас покажу, их 3. И потом поехала в торговый центр. Мне надо поехать было на... Сейчас скажу, европейский. И я зашла в метро, потому что там ехать, я посмотрела 2 станции по той же ветке, я такая, супер, быстро, отлично. И, короче, я поехала ровно в противоположную сторону. Я приезжаю, выхожу из метро, звоню маме, такая, мама, ты не знаешь, что случайно далеко от Курской идти до Киевска? Просто мне показалось, что из Киевской на Курской перешла, как бы, ну, знаете, вот эти пересадки просто. Мне так показалось, я подумала, нормально. Она такая, да, это другой конец Москвы. Я такая, типа, что? Потом до меня дошло, что я не туда села. Я такая, сейчас я вам покажу, что я из книг купила. Вот. Написал Наполеон Хилл, и называется она «Думай и богатей». Это очень-очень-очень известная книга. Там было столько изданий этой книги, просто штук 30 разных, просто новая, старая, дополненная, адаптированная под 21 век, сокращенная, там, блин, расширенная, короче, очень много всего. Следующая книга, я тоже хотела ее прочитать, причем я не планировала ее покупать, я хотела купить книгу, называется «Думай не квадратно», но ее не было в доме книги, вот это, поэтому я такая, типа, ладно. Это книга про самодисциплину. Я написала Брайан Трейси «Нет оправданий». 21 путь к стабильному успеху и счастью. Я думаю, что это клевая тема. Жесткий SMMM. Это то, что мне надо, потому что, ну, я блогер, и я бы хотела узнать, как привлекать больше аудитории, как делать это эффективнее, потому что для меня это тоже очень все интересно. И это написала Дэн Кеннеди, а у меня была уже его книга предыдущая про тайм-менеджмент. Я вроде писала о ней в Инстаграме или нет. Да, я писала про нее в Инстаграме. Сижу вот, заканчиваю видео, чтобы завтра его выложить. Same question always. I'm getting tired. We could have breakfast, counting your freckles, close to the west coast. How about that? Why don't we just get a place together? Mornings and I... Пытаюсь здраво осмыслить, что из этого можно взять, то, что я точно буду носить, в чем мне будет удобно. И в итоге я решила сильно не париться насчет этого всего, все же я еду отдыхать, а не на показ, вот, так что что мне вообще думать об этом? Взяла босоножки одни, раз, вторые босоножки, кеды, вот там снизу это, я забыла, там шлепки. И вот здесь кроссовки, чтобы ходить на спортчик. Кстати, сейчас вспомнила, что, оказывается, на море надо еще брать и купальник, поэтому взяла купальник. Сегодня купила, потому что, на удивление, я нашла купальник, который мне нравится, потому что обычно все мне вообще не нравится, и все меня бесит, поэтому я купила вот такой. Мне кажется, просто он обычный, но я люблю более обычный, мне не нужны стразы на купальнике. Еще беру вот этот. И еще я беру спортивный купальник, хотя, знаете, я больше всего люблю спортивный купальник, мне их удобно, ничего не сползает, все супер. Беру с собой 33 камеры просто, ноутбук, ну, влоговую камеру. Еще возьму GoPro, потому что только она из всех моих камер снимает под водой, а я думаю, эти кадры очень пригодятся для красивого видео. Вот, а сейчас меня ждет монтаж влога. Вот, столько файлов, ряженка и монтаж влога, собственно.